Как пройти Майнкрафт, используя только лазурит? Хей, всем большой привет, дорогие ребята, меня зовут Маус, и добро пожаловать на прохождение Майнкрафта, используя только лазурит. Да-да, лазурит, такой же синий, как и мои глаза. Наверняка у некоторых людей сейчас возникает вопрос, а именно... Кит Маус, как это понять, используя только лазурит? Все как обычно, максимально просто. В данном Майнкрафте у меня доступны крафты лазуритовых инструментов, а также брони. Соответственно, крафтить я могу исключительно их, получается, из лазурита. А вот железо и так далее я использовать ни в коем случае не могу. Даже деревянные мечи себе скрафтить не имею никакого права. Что уж говорить насчет алмазов, их тем более я добывать себе права никакого не имею. Короче, вообще без прав я сегодня. Лазуритовый пьяница Серега приветствует вас. Итак, я уже немножко убежал с данного биома, именно вон из того леса, и понял то, что до сих пор многие из вас не поставили лайки. Это проблема. Прям большущая такая, шо это за дела? Ну-ка давайте все лайкусики поставьте. Иначе я разозлюсь. И соответственно все те, кто еще не подписаны, я тоже жду вашу подписку. Добро пожаловать на мой канал. И еще я это, по секрету скажу, не подписался. Штаны обосрался! Ха! Овечка, здравствуй, я тебя убью, чтобы добыть себе хотя бы немножко еды, потому что я чувствую, очень скоро у меня уже будет начинаться чувство голода. Кстати говоря, дерево тоже срубить не помешает. Курица, здравствуйте тоже, как у вас дела? О, нифига себе, пещера, слушайте. На самом деле, туда бы очень не помешало бы сейчас пойти, потому что именно там может быть лазурит, но как я его добуду? Вы вот подумали об этом? Я вот тоже пока что не подумал. Хотя, знаете, у меня есть одна маленькая идейка, которую вполне возможно воплотить в жизнь, но пока что у меня день, а мне для этого нужна ночка. Так что ждем и ждем, не стесняемся. И я нахожусь в степях, возможно, где-нибудь здесь будет деревня, мало ли мне повезет, не знаю, не знаю. Ух ты, свинки, здравствуйте, мои маленькие товарищи мясоеды, точнее, я мясоед, а вы моя жертва. Еще одну поросюшку убиваем. Жалко, конечно, но что поделать, жрать-то тоже охота. Также я здесь замечаю еще немножко коров, спасибо большущее, и ты вот тоже умирай. Мясо, 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 офигеть, вот это я добыл, конечно. Малиновый закат. Ну, наконец-то, темное время суток. Сейчас будут появляться разные монстры. Меня, в частности, интересуют криперы, потому что с них падает порох, а он мне пригодится. Зачем, скоро узнаете. Но, на удивление, сколько я уже бегу, крипера пока что совершенно нету. Ни одного. Это вообще, что это такое? О, наконец-то, вот и первый товарищ наш. Давай, ну-ка, скелет, постреляй, пожалуйста, постреляй в крипера. По-моему, сейчас они меня убьют, нежели крипера первого. Так, скрипер подходит. Сейчас я буду его бить рукой. На! Самое главное, чтобы он не подорвался. Я должен это сделать. Бум! Уходим. Бум. Пя-пя-пя. О, боже мой, страшно. Пиу. О, нифига убил, нифига себе, целых два пороха сразу же выпало. Суперски, дорогие друзья. Конечно же, это совершенно не все. Вон он, еще один зеленый парень. О, да их тут целых три. Ё-моё, его четвертый получается, офигеть. Пожалуй, по одному буду с ними справляться. Тут еще и зомбари ко мне в гости идут. Вот это вообще мне не нравится. Ай, не-не-не-не. Ой, ладно, придется мне сделать вот так вот. Опа! Все, минус два зомбаря. Я, пожалуй, перекушу еще немножко свиной говядины. Свиной говядины, что я сказал только что? Сырой говядины я имел в виду. И взорву данного крипера. А точнее, постараюсь его уничтожить. Ай, не получилось, блин, это сложно. Сложнее, чем я думал. И все было бы гораздо легче, если бы данные зомбари на меня не нападали, потому что они совершенно мешают. Зачем так делать? Два сердца всего лишь. Слава богу, я уже восстанавливаюсь. Вау, тише. А если сейчас он подорвет другого крипера, что будет? Опа, отлично. Порох выпал. Порох, 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 порох. Да, ребята, я нашел новый способ добычи пороха. Срочно кушаем баранину. Итак, криперы, все ко мне, иди сюда. Ну, зачем же ты подорвался-то? Ребята, это мой шанс. Так, еще порох есть, ребята, уже целых 6 штук. Господи, у меня два сердца опять. А, за что мне это? Хорошо. Самое главное то, что я уже добыл порох. Прям такое достаточное количество, я бы сказал. И сейчас самое главное мне не напороться на какую-нибудь стрелу скелета или, допустим, толчок зомбаря, который вынесет меня с одного удара. Мне сейчас главное найти более-менее укромное местечко, в котором я смогу обосноваться. Под словом «обосноваться» я имел в виду скрафтить верстак себе новый. Это не верстак. Вот это верстак. Нифига себе, там еще крипер. Не, ребята, я должен еще немного подкопить их. Чуть-чуточку, так сказать, пороха. Давайте. Молодцы. Что-нибудь есть? Порох не. А-а-а, ребята, плохо все. Боже ж ты мой. Да уж, попытка, конечно же, не удалась. Я думаю, данный верстак я снова заберу с собой. Самое главное, чтобы зомбари на меня не успели напасть. Собираем, уходим. Я совсем забыл, что помимо верстака мне сейчас нужен еще и песок, который будет находиться где-то, я даже не знаю где. Ой-ой-ой-ой, пол сердца, нет, ой, я еще и бегать не могу, капец. Кошмар, опа, свинки. Опа-опа-опа-опа, отдыхаем хорошо. Сейчас любой скелет может дать мне звездюлей. Ух ты, а вот он и тот самый песочек. И что самое главное, рассвет, наконец-то. Вроде бы как, из плохих мобов я больше никого здесь не вижу, только вот там зомбарь плавает, но в принципе это не самое главное. Верстак снова стоит, идемте. Тарарарарам, это динамит, а это торговец, чё? А? Да ничего, я тут просто стою, вот динамит скрафтил. А? Ну да, все. Ага. Ну да, как видишь, получилось.
Ага. Спасибо. Вот так встреча веселая, конечно. В общем-то, ладно, ребята, у меня наконец-таки появился динамит. Ага. Сейчас мне нужно срубить себе еще немножко дерева. Да-да. Ага. И, соответственно, добыть себе еще чуточку еды. Кстати, нифига себе, что там такое? Это рыба. На самом деле, не очень выгодная продукция, не очень выгодная еда. Я лучше убью коров. Оп-оп-оп. Крипер, тебя здесь не хватало. Конечно же, давай. Молодец, спасибо за корову. Ты что, ее не убил, что ли? А я убью, отлично. О, он мне еще и курочек поубивал. Какой красавец. Оп-оп-оп. Только что заметил то, что все это время у меня было пол хп, пока я данных коров, свиней и куриц убивал. Наконец-то, восстановление. Овечек тоже стоит поубивать. И в итоге еда хоть какая-то уже у меня есть. Это классно. Что самое обидное, сготовить я ее никак не смогу. И я уже отправляюсь куда-то в глубокую шахту. Честно говоря, я думаю, то, что это не совсем хорошая идея, потому что тут меня могут сейчас убить спокойно. И я нифига не вижу. Блин, не-не-не-не-не, ребята, нужно отсюда срочно как-нибудь валить. Только, блин, я теперь, наверное, выход даже не найду. А, нет, все вижу. Нужно найти какую-то более подходящую пещеру. Куда-то меня в горы вообще понесло, дорогие друзья. Смотрите, где я нахожусь уже. И, собственно говоря, что я вообще зачем сюда пришел? Я просто-напросто ищу пещеру. Какую-нибудь хорошую, глубокую, по типу вот этой, да? Да. Спускаемся, спускаемся. Идемте, не стесняемся. Боже ж ты мой, как тут темно. Во, вот это я и хотел, чтобы в пещере была лава. Теперь я тут более-менее что-то буду видеть. Там, ого. Неплохое озеро, неплохое. А какая это высота? 39-я. Для лазурита это очень плохо, очень мало. Я вообще где-то в темноте нахожусь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй. Я вижу двух скелетов, мне очень страшно, криперы, боже ж ты мой. Блин, скелеты опасно, я куда-то тут пришел, опять скелеты, не-не-не-не-не, ребята, все плохо. Полтора сердечка у Титмауса Сереги, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет, только не это, очень все плохо, блин, я еще и сдох. Вот это да, вот это кошмар. О, все по новой начинать. Не беда, я уже вижу немного криперов, подрывайтесь, молодцы, где порох мой? Вот, первую штуку подобрал. Вот это я понимаю, толпа криперов, здорово, товарищи, давайте, ебой, красавцы, где мой порох? Во, еще, четыре штуки уже есть. Остался последний порох. Давай, крипер, взрывайся, кто-нибудь из вас отдам. Ю-ху, 5 штук. А вот и мой драгоценный песок. Я его очень долго искал, кстати говоря, бегал сейчас. Но, к счастью, нашел. И самая главная проблема сейчас заключается в том, что у меня всего лишь 2 сердечка осталось опять. Надо все это дело восстанавливать, Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням, кушаем. Все, восстановились. Молодцы, 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 молодцы. Пока зомби не догнали, добываем бревно и уходим. Че, сколько много-то вас тут? Алло, алло, алло. Алло, давайте разговаривать нормально. А, не получается. Против быдла нет приема, как говорится. Пошли нафиг. Верстак поставили. А, боже мой, дайте мне нормально сделать себе, елки-палки, динамит. Где мой порох? Куда он делся? Боже, он в инвентаре. Елки-палки, как я мог не увидеть? Блин, ребята, у меня полсердца уже осталось. Вы что, офигели, что ли? Фух, вот краски убил вас. Вашим мясом и похаваю теперь. One, two, three, four, yeah, boy. Дубль 2, как говорится, динамит еще один готов. Еще и рассвет. Какая красотень. Пожалуй, я потрачу еще чуточку времени, чтобы добыть себе побольше мяса. Оп-оп-оп-оп. Ну что сказать, еды я себе добыл просто дофига. Теперь самое главное, это отыскать пещеру, в которой будет лазурит. Пещера найдена, у меня есть интересный выбор. Либо идти вон туда, либо идти вот в эту сторону. Пока что не понимаю, но что-то я решаю выбрать пошире. Получается дупло, как говорится. Давайте посмотрим, что будет здесь. И тут я вижу зомбаря, который горит огнем. Нифига себе приколы. Понял, тогда лучше пойти в узкую пещеру. Здесь тоже ничего нету. Понял, ухожу отсюда опять. Во, вижу пещеру. Причем, по-моему, довольно-таки неплохую. Ой-ой-ой, куда-то спускаемся. Капец, как тут опасно. Ребята, я ничего не вижу, я не понимаю, что где. Вижу свет в конце туннеля, вижу алмазы, но, блин, с алмазами я ничего сделать не смогу. Это очень обидно, на самом деле, потому что, ну, блин, тут так красиво. Ой, лазурита здесь я опять не наблюдаю, очень грустно. Серьезно? Серьезно? Офигенно, наконец-то! Только он всего лишь в одном экземпляре, и, блин, если я его взорву динамитом, то возможно, что выпадет всего лишь одна штучка. Мне не надо таких приколов. Надо найти побольше, но я не знаю. А, нет, ребята, знаю, смотрите, нашел! Совсем недалеко от того лазурита были еще одни 2 класс. И тут возникает как бы еще одна проблема. Как мне до них добраться? Паркур, паркур, новое движение, да, да, отлично. Господи, чуть не упал, что это такое? Обсидиан, классная штука. Окей, я это сделал, тут и, пожалуй, немного перекрою. И мне нужно чуть-чуть побольше земли. Чисто на ощупь пытаемся что-нибудь накопать. Ничего не вижу здесь. О, нащупал, наконец-таки. Ну давайте, все, копаем, копаем гравий. Нормальная такая штука, я считаю. Стоп, а дерево у меня есть? Дерево у меня есть, слава богу. Сразу же делаю палки и сразу же делаю кнопку. Так, главное не закосячить. Итак, что я делаю теперь? Думаю, прям-таки вот где-то здесь стоит выкопать данный камушек рукой. Это, конечно, очень долго, муторно, но ничего, я это сделал. Размещаем динамит, крепим кнопочку и активируем.
бой, господи, ребята, уходим. Самое главное, чтобы меня не задело. Кабум! Есть, наконец-таки, ребята, лазурит. У-ху! Я это сделал. И чё, 21 штука целая. Вы это, мать его, видите? Офигеть, еще и кнопка живой осталась. Она мне больше не понадобится. Что же, поздравьте меня. Самая главная проблема моей жизни решена в этом Майнкрафте сегодняшнем. Я раздобыл себе лазурит. Итак, что мы делаем теперь? Конечно же, это кирку. Вот такая вот офигенская. Смотрите на нее. А ты довольно-таки быстрая, кстати говоря, нифига себе. Итак, я тут подумал, что немного стоит перекрыть лаву булыжником и добыть данный обсидиан, потому что здесь он так красивенько лежит, а мне он пригодится, чтобы сделать себе портал. Так что давайте немедленно мы добываем, 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 копаем. И теперь у меня есть целых 10 обсидиана. Неужели, ёпал, РСТ, вылазим отсюда скорее теперь. Мне уже так здесь надоело, тут темно, страшно, жарко, еды нормальной нету. И по сути, я прямо сейчас могу уже добыть себе алмазы, но я этого делать не буду. Потому что мне нельзя, грустно. Выкапываемся. Наконец-то я вылез. Кстати, у моей кирки очень быстро ломается прочность, это плохо. Я имею в запасе еще целых 18 лазурита. И посмотрите, что я вижу, лава. Я только что понял то, что сейчас это мне просто жизненно необходимая штука. Ну, я имею в виду жизненно необходимая, чтобы пройти Майнкрафт. Дело в том, что зажигалку я сделать себе не смогу, а вот с помощью лавы и небольшой хитрости можно будет портал активировать без зажигалки. Для этого выкапываем здесь вот такую вот штучку. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Гутёго. Здесь размещаем дерево, а вот здесь вот размещаем шерсть. Соответственно, очень скоро, благодаря тому, что лава подожжет либо дерево, либо шерсть, портал активируется. Главное это немножко подождать. Кстати, думаю, стоит поставить верстак, сделать себе хоть какую-нибудь броню нормальную. Естественно, меч. Конечно же, приоденусь. Блин, нифига себе, вот это я красивый пацан, смотрите на меня. Богатырь. Но без штанов. В принципе, по мелочи приоделись, это уже хорошо. Мне сейчас вот что надо бы. Мясо немножко добыть. Вон там я вижу, кстати говоря, вот получается баранину там всякую. Очень вкусную, разноцветную. Оп-оп-оп. Кстати говоря, самое главное, забыл, нужно сделать себе кроватку, потому что уже очень скоро будет ночь, а ночью я ничего делать не хочу. Как-то что ли опасно. Баранину собираем, кушаем. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. Ой-ой, ложимся. О, лег. И я тут подумал то, что вон туда вон стоит опять-таки спуститься. Что-то я подумал то, что мне бы не помешало еще побольше лазурита добыть себе. Вижу небольшой проход, это хорошо. И что это у нас? Шахта, офигеть, только что понял, насколько мне повезло. Здесь столько много ходов. Ну-ка, ну-ка, добрый вечер. Ай-яй-яй-яй-яй, блин, нифига себе. Эта шахта явно интересная. О, хлебушек. Его я возьму. Еще сундук, тут алмазы. Но мне их трогать нельзя, это обидно. Угу, тупик, окей. Зато где-то там я слышу лаву. Надо отыскать ее срочно. Она очень близко. Да, вот она, елки-палки, опасно. Ой-ой-ой, как я рискую. Капец, елки-палки, кирка-то у меня ломается, почти сломалась уже. Но здесь есть немножко дерева. Верстак готов, палки тоже. Новая кирка тоже. Итак, давайте вновь выкопаемся. Во, отлично. Что-то здесь такое странное. Обычное какое-то озеро, да? Нестречка, еще что-то нашел. Приведет меня эта лава куда-нибудь или нет? Давай, давай, вау-вау, что это такое? Куда-то повыше поднимаемся уже. Во, что-то вижу, наконец-то. Здравствуйте, здравствуйте. Ну-ка, что-то нас лазурит, офигенно. Вау, крипер, боже ж ты мой, испугал. Паук пошел в попу. Так, перекрываем еще немножко. И, в принципе, давайте добываем лазуритик. Есть, это все, да? Да уж, конечно. Нифига себе, я еще вижу лазурит. Офигенно, собираем, собираем. Как я его раньше не заметил, не понимаю. Текст, 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 что-то у нас это все. Ладно, я, пожалуй, выбираться буду. Целых 33 штуки, этого полюбасу хватит за глаза. Самое главное, чтобы мне кирки за глаза хватило выкопаться. Фух, выкопался, кирка моя цела, это хорошо. Теперь самое главное найти тот самый портал. Вот он, близко прям вообще был, суперский. И, ребята, он активировался, шикарно. Скорейшим образом доделываем нашу офигенскую броню. О, какой же у них приятный цвет. Надеваем. И нафига я себе еще один шлем сделал. Давайте штанишки. Во, красота. О, эта броня офигенская. Я теперь самый настоящий синий богатырь. Ребята, я проделал огромнейшую работу, огромнейший путь. И я надеюсь, что вы поставили уже лайки, потому что я просто с ума схожу. Не, ну за такой красивый костюмчик 100% вы просто обязаны лайки поставить. И все те, кто еще не подписан на мой канал, подписаться тоже должны. Разве можно такую красоту пропускать? А вы не поверите, я скоро вообще такую красоту вы увидите. Короче, подписывайтесь, чтобы новые ролики не пропускать. Ой, отгорает тут всякая разная шерсть моя и так далее. Ладно, наконец-таки все-таки все активировалось. Еда у меня тоже есть, я думаю, еще немножечко пускай переплавится. Ням-ням-ням-ням-ням. Не помешает сделать еще одну кирку, и я готов отправляться в адское измерение. Ой, тихо.
Эй, здравствуйте! Ну-ка, и где у нас здесь крепость? Покамесь не вижу, зато вижу огромную кучу свинозомбарей, которые меня, конечно же, что, правильно? Не интересуют! Алло, крепость, ты чё, куда подевалась-то? Давай, найдись поскорее, желательно еще со спавнерами ифритов. Опа, паркур, новое движение. Опа, еще паркурим, нифига себе, ребята, опасно? Очень опасно, но... Ай-яй-яй-яй-яй-яй, еще опаснее. Воу! Аккуратненько, проходим. Это крепость, по-моему, крепость, да, есть. Новое достижение, чертоги страха. Страшнее не бывает, ага, я знаю. Я жопой чувствую, где-то здесь находится спавнер. А вот и спавнер, как раз таки его я и ждал. Здорово, парни! Привет, братиш, меня не огорчай, ты улетишь. Слышь, ты что, офигел такой говнюк деревянный, точнее, огненный, почему-то, при чем тут дерево вообще? Ай. Вот это я, конечно, прикольный парень. Надо бы немного застроить данную штуку, чтобы меня никто извне не попадал. Опа, здрасте, парень. Убиваем и первую палку не получаем. А, нет, получаем. Новое достижение в полымя. По секрету вам скажу, когда я это слово сказал, у меня вылетела слюна изо рта. Вы бы этого никогда не узнали, а теперь узнали. Опа, еще один парень подъехал. Здорово, парень. Еще раз парень, здорово. Здравствуй, парень. Что-то вообще, ребят, я не знаю. Я, кстати, не спал почти что целые сутки, поэтому я немного туплю, подтупливаю, так сказать. Но ничего страшного. Думаю, то, что вы меня понимаете, все в порядке. Надеюсь, вам серия нравится все равно. По крайней мере, я очень стараюсь. Воу! Целых 3 фрита, ребята, я сейчас сгорю такими темпами. Ой, все плохо, ребята, кушаем. Господи, я выжил, офигеть, ай-яй-яй-яй-яй-яй. Вот так рисковать, конечно же, это прикольно, но так опасно для жизни. Но адреналин у меня явно сейчас, знаете ли, захлых... Реально не могу слова говорю. Как, а что я хотел сказать-то? Да я уже не помню. Короче, неважно, убиваем еще ифритов, кушаем срочно мясо. У меня есть уже 4 палки и очень мало сердец. Блин, чувак, зря ты сюда пришел. Я ж тебя нечаянно ударить смогу. Давай-ка я быстренько тебя выгоню отсюда. Все, пошел вон. Ай-яй-яй, блин, опасно теперь. Вот на тебя нападу я, пожалуй. Ай-яй-яй, все плохо, ребята. У меня осталось 4 сердца. Ай-яй-яй, ла-ла-ла-ла, мне все мало, ага. Тише, спокойнее. Итак, восстановились, погнали. Еще один убит. Кия! Еще и поджигают. А еще с них палки не падают. За что такие жестокие-то они? Ой, это что такое? Ой, паутина. Зомби, да, уйди. О, как же он мешается здесь. Надоел, ей-богу. На, получи. Готов. Все, ребята, свинозомби больше нету. Зато есть ифриты. Ой, золотой кусочек золота, уйди. Ты золотой кусочек золота. А, опять что за слова такие? Прикиньте, у меня даже еда заканчивается. Офигеть. На, все, ребята, у меня есть 7-я палка уже. Я не знаю, стоит ли дожидаться последнего ифрита. Думаю, надо. Ну, давай, появляйся. 3, 2... 1. Нифига себе, рассчитал, прикол. Все, 8-я палка получилась, уходим. Итак, я почти что добежал, я прямки уже вот здесь. Ну-ка, выкапываемся. Опа, здорово, портал, давно не виделись. Фух, наконец-таки нормальное место. Можно поспать, кстати говоря. Господи, как же эта кирка красиво смотрится. А, кайф. Кстати, напишите в комментариях, вы согласны с моим мнением, то, что вот эта вот броня, она самая красивая вообще, какая вот может быть в Майнкрафте вот из обычных рут. Ну, прям действительно прикольная. Настолько приятнейший цвет. Прям вообще. Опа, курочка. Ням-н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 ям. Обожрался. Что мне нужно теперь сделать? Конечно же, пойти и убить еще немножко животных до того момента, пока не наступит ночь. Потому что где ночь, там и эндермены. А это нужно биться, что? Вот говорю же, всю ночь не спал. Ладно, неважно. Кстати, от сала мясного, вернее, свиного я тоже не откажусь. Замучу-ка я себе новенький мечик. Ну и в принципе все, к бою готов. Самое главное, это дождаться ночи. Эндермены, где вы там? Да ну нафиг, ребята, я только что бежал, немного пробежал и увидел пирамиду. И вот знаете, я ее, наверное, даже лутать не буду, потому что это бессмысленно. Но если бы мне можно было использовать что-то помимо лазурита, я бы, конечно, бы туда сходил, потому что там могли бы быть алмазики. А так, меня сейчас больше интересуют эндермены. Ай, блин, кактусы вообще колят. А вот и первые 2 красавца. Первая штука выпала. Что такое? Что тебе нужно? Что ты от меня хочешь? Мне нужен беляш. Пошел нафиг, сам жри этот. Точнее, я сам сожру беляш. Блин, ребята, у меня хп-то не так много, что-то я вообще, елки-палки, страх потерял уже. Иди сюда. Ладно, с него ничего не выпало, но в любом случае уже один эндержемчик у меня имеется, это круто. Я прямо сейчас беру и делаю огненные порошки, кушаю немного жареной баранины, крафчу око эндера, забираюсь на вот эту вот верхушку и смотрю, куда все-таки данный глаз полетит. 3, 2, 1, поехали, вон в ту сторону, понял, принял. Пожалуйста, выпади, не выпал мне он еще, ну ешкин ты ж кот, ну ладно.
Ну, хотя бы я теперь знаю примерное направление до крепости. Это уже что-то. Ой-ой-ой, кто у нас там? Еще два эндермена. Круто. Выпал мне. О, господи, опасно. Слушай, ты что такой дерзкий, а? Опа, не ожидал, как тебя размотал быстро. Только битва, только честный бой. Ой-ой-ой, сердце детства у меня мало? Очень мало, ребята, полтора полсердца. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой, чуть на кактус не это, ё-моё, сейчас так сдохнуть мог вообще. Уф, да уж, данная броня защищает очень фигово. Итак, крафтим еще одного кэндера. Ой, крипер подходит, пока я крафтил. Ты что, офигел, что ли? Запускаем его, летит он опять-таки в ту же самую сторону. Хорошо, на этот раз он мне выпал, это вообще приятно. Что ж, побежали дальше, и я там вижу деревню. Да вы что, серьезно, что ли? Слушайте, деревня это хорошая вещь, потому что здесь есть пшеница, а ее можно использовать как офигенскую еду. В каждом блоке такой пшеницы находится, можно сказать, три хлеба. Давай, помогай, тащи, убивай. Бум, о, опасно. Спасибо большое. Йо-йо-йо-йо-йо, я его ударил, нет, что это только что было? Надо же было сдохнуть. Офигеть, я нечаянно ударил голема, как можно было вообще такое замутить? К счастью, вроде бы как, я не так уж сильно и далеко убежал. Да, вот она, та самая пустыня. А далее бежать нам с вами нужно вон в ту сторону. Блин, там еще и эндермен, даже целых два, но я их убить не могу, у меня нету ничего. Это грустно. Но у меня есть офигенская идея, я сейчас их приманю к себе. Посмотрим им в глаза, давайте, здравствуйте, все, идем. Идемте скорее, бежим. А самое главное, чтобы мне единиц сытости хватило. Если я все рассчитаю, я просто бог Майнкрафта, я гений буду. Главное мне сейчас просто взять меч и броню. Так, один за мной до сих пор где-то бродит, путешествует, следует, вот он рядышком. Пипец, ребята, я деревню чуть не оббежал, представляете себе? Прям вот такой вот круг сделал. Здравствуйте, что в сундуке? Хлебушек, хорошо. А мои вещи находятся где-то. Чё? Простите, где мои вещи? А, вот они, здорово. Фух, слава богу, я их нашел. Одеваемся. Ну и в принципе продолжаем то, с чего мы начали. Собираем пшеницу. Капец, у них тут грядки прикольные, конечно. Просто вот везде, везде. Голем, здорово. Думаю, то, что ты на меня больше не обижаешься. Все хорошо, да? Все хорошо. Он на меня сейчас так посмотрел, как будто меня убить хотел. Я офигел. И тут, знаете что? Океан. Это не очень весело. Что ж, давайте запустим, куда полетит. Опять в ту же самую сторону. Неудивительно. Выпадешь. Вот это уже приятно. Окейсики, план таков. Перекантоваться немножко в данной деревушке и накопить себе как можно больше окендера. Чтобы уже можно было спокойно найти портал в ту самую крепость. Точнее, крепость, в которой находится тот самый портал. Срубаем бревно, делаем верстак, снова чиним дом, теперь он более прокачанный, прикольный. Да будет хлеб, давайте больше. Как вкусно, прямо из печки вообще кайф. Искренне надеюсь, что мне данной еды хватит до конца прохождения. И, кстати, я пошел в пустыню. Наконец-то луна появилась, а это значит, что эндермены тоже где-то близко. Давайте-ка их найдем. Да ты что, целая тройня. Опа, вот и первый нападает уже на меня. Ой-ой-ой, ребята, у меня сердец-то очень мало осталось, офигеть, опасно. Но зато первый эндер-жемчуг уже выбит. Оп-оп-оп-оп. И второй есть тоже, у меня опять-таки очень мало сердец. Перекушу-ка я лучше мясо. Хорошо, идут удары. Выпади, пожалуйста, жемчуг, выпал. Красавец. Оп. Четвертый жемчуг. Я надеюсь на это. Да, выпал. Срочно чиним меч. Отлично, соединили. Вы не поверите, я бежал и нашел еще одну деревню. Прикольно. А это означает то, что у меня есть дополнительный источник питания. На меня сразу же нападают криперы всякие разные. Зомбари толпа летит. Оп. Есть. Тыщ, седьмая эндерперла. О, еще один попался. Восьмой выпал мне уже. Есть. Еще одна выпала. И последнего эндермена убиваем. Надеюсь, все получится. Да, ребята, уже целых 11 эндер жемчугов, плюс еще один, получается ок эндер у меня есть, короче, я думаю то, что этого должно хватить. Нифига себе, здесь расщелина прикольная, хопа, ломаем все, уходим, портал находится примерно вон в той стороне. Итак, дорогие ребята, думаю, стоит быстренько срубить себе еще чуть-чуточку данных, получается, бревнышек, крафтим лодку, и что сказать, поплыли. Ой-ой-ой, кто-то у нас там такой, эндермен. Блин, ребята, он на меня посмотрел, вернее, я на него посмотрел. Но ему, видимо, пофиг, он меня здесь точно не достанет в океане. Поэтому мне тоже пофиг. Итак, я думаю, для теста стоит запустить данное ок эндера, куда мы летим. Все правильно, пока что в ту сторону. Ну-ка, выпадешь, не выпадешь, пожалуйста, выпади, умоляю, выпало, молодец, какая. Итак, продолжаем, не останавливаемся, плывем. Итак, запускаем еще раз контрольный, куда он? Чё? Простите, куда ты это вообще полетел? Стоять! Ай-яй-яй-яй-яй, блин, нужно за ним нырять, получается, теперь, да? Да. Собственно говоря, как вы понимаете, раз он полетел в эту сторону, а до этого летел вон в ту, значит, портал находится где-то близко, а именно примерно вот здесь. Лодочку забираем на всякий случай, мало ли пригодится еще. Кушаем хлебушек.
У меня поломалась броня, офигеть. Ну да ладно, короче, неважно, просто берем и копаемся в самый низ. Надеюсь, то, что я копаюсь очень даже правильно. Ребята, вижу кирпичи, ну наконец-таки, здравствуйте. Копаем, копаем, боже мой, чешуйница, уйди в попу. Здравствуйте, чё, простите, вы видите, где я вырылся? Офигеть, 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 офигеть. Вот это везение. О, тихо, 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 тихо. Уйди вон, нечисть паршивая. Да хватит мне броню ломать-то, ёлки-палки, ну что с вами не так-то, а? Уйдите, 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 какие противные крысы, ёлки-палки. Все, пока, 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 фух. Да уж, конечно, веселые создания. С этим не поспоришь. Крафтим окендера и, конечно же, заставляем. И как бы знаете, в чем самая главная проблема? У меня нету ни единых снежков, поэтому нужно тоже как-то эту штуку решать, естественно. Так что прямо сейчас сюда я не отправлюсь. Так, откуда я там выкапывался? Вот отсюда. Замечательно, пойдемте. Пустыня, снегом здесь совершенно не пахнет. Именно поэтому я принимаю решение проплыть совершенно в другую сторону в поисках нового биома. И я уже что-то тут, по-моему, вижу. Возможно, тут будет снег или не будет. Нет, пока что снега не видать. Кстати, за эту серию вроде бы как я вообще снега не встречал, но это не точно. И блин, вокруг меня так прикольно дельфинчики кружатся. Какие они быстрые, офигеть! Во, куда-то приехал, нормальный биом. Здесь снег уже может, по сути дела, быть. Давайте проверим. Да, уж через пустыню тоже побегать пришлось, но снег я, к счастью, наконец-таки нахожу. Ой-ой-ой, тут еще и деревушка. Ой-ой-ой, как красиво. Слушайте, мне срочно нужен верстак. Итак, верстак готов. Да, здорово. Че такое? Холодно для тебя? Да че ты, у тебя пустыня рядом, че ты тут живешь-то? Юг там! Беляш хочу я, беляш. А, ну тут уже тут другое дело. Итак, лопата из лазурита готова. Шикарно, ломаем дом. Парень, прости меня, конечно же, но вот так бывает. И спокойной ночи тебе, что еще сказать? Зомби, отвали. Мне сегодня еще эндер-дракона бить, нужно меч беречь. Я, пожалуй, тоже усну. Мне 100% нужно делать новый нагрудник, иначе будет пипец. Вот другое дело. Что ж, дорогие друзья, погнали! Ну наконец-то я здесь. Ложимся, в плане садимся и поплыли обратно. Ути-пути, черепашки, здравствуйте. Ой, нырять пошли, да? Молодцы. Купаться тоже нужно. Опа! Я здесь. Доброго времени суток. Погнали! Обратно, обратно, обратно! Так, отлично, я снова тут. Итак, вы готовы? Мистер Титмаус без ботинок готов. Отправляюсь. Ну, знаете, перед этим хотел бы вас попросить поставить лайки, а также подписаться на канал, все, кто этого еще не сделал. Бегом, 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 давайте. Благодарю. Ну что же, 3, 2, эпичная музыка, 1. Поехали. Ой-ой-ой, в комнатке появился. Ну, в принципе, ничего страшного. Поехали, врываемся. Фух, неужели? Здорово, эндер-дракон, ты где там? Вон где-то тебя вижу. Вон он такой красавец или красавица. Не знаю, кто там, самка, наверное, ты дракониха. Неважно, кто ты сегодня, ты будешь уже никем. Хи. Чё, страшно, да? Короче говоря, давайте не будем медлить и потихонечку начнем сбивать все эти самые башни. Первая уже готова, вторую тоже быстренько сбиваем. Ох ты, нифига себе, в дракона попал. Получается? Получается. Итак, следующая башня, поехали. Опа, есть. Ну давай, поди, не получается. Очень высоко, да? Очень высоко, прям капец как сильно высоко. Есть, готово. Еще одна. На, еще одна сбита. И осталось, по-моему, то ли 2, то ли 3 башни, не помню. Давайте попробуем. Не-а, не получается, ладно. Итак. Так, дорогие ребята, я принимаю волевое решение простроиться на самую верхушку. Надеюсь, то, что у меня все получится. Давайте, 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 давайте. Не-не-не-не-не, все хорошо, все в порядке. Тихо, 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 тихо. Не ломай блоки подо мной. Так, сберем снежки и сбиваем все до единого. Первый, второй сбит, третий тоже. Отлично, господи, дракон летит, пошел в попу. Я просто так не дамся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, все плохо, все плохо, все плохо, все плохо. Живой, 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 вы это видели? Как же это долго? Господи, ты ж, боже мой, как страшно! Ё-моё, живой, ребята, жив, 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 два сердца. Осталось 2 сердца, но я живой, я живой, я живой, я живой. Вау! Срочно едим хлеб. Опять меня летит этот дурацкий снаряд. Тихо, 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 тихо. Страшно, страшно, страшно. Боже, помогите, 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 помогите. Ребята, остались последние движения, а именно просто-напросто ударить его мечом и, конечно же, добить до конца. Фух, надеюсь, то, что у меча хватит прочности, чтобы его до конца заварить. А то что-то у него заканчивается потихонечку. Нифига себе. Неужели придется лопатой долупливать? Отлично, отлично, отлично. Ребята, еще и меча, по-моему, мне хватит. Прям таки тютелька в тютельку. Я вообще. Офигею, если действительно так и будет. Вау, вот это он меня откинул. Нормально, парень двигается. Ага, понимаю, понимаю, устал, да, отдохнуть хочешь. А тут ты не отдохнешь, не отдохнешь. Я тебя почти что уничтожил, на, получи, есть. Наконец-таки новое достижение, освободите Энд. Эндер-дракон побежден. Наверное, уже раз в 1050-й, елки-палки. Я не знаю, в какой раз, но это не важно. Самое главное, то, что наконец-таки Майнкрафт пройден, используя только лазурит. А если быть более точным, лазуритовую броню, а также
же инструменты, а также оружие. Короче, вы меня поняли. Боже мой, пожалуйста, уйди от меня, эндермен. У меня радости полные штаны, походу, дело сейчас эндермен меня сейчас зафигачит. Не хочу. Ребята, огромное спасибо вам за просмотр данной серии. Если вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайки. Подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Мне будет очень приятно. Также советую вам посмотреть другие ролики на моем канале. Они получились не менее интересные. Ну и, в принципе, на этом все. По-моему, он телепортировался в тот портал. Или нет? А, все, ребята, ухожу. Фух. Спасибо еще раз за просмотр. Я уже не помню, что я говорил, но я знаю то, что я уже все сказал. Всех вас обожаю. Спасибо, что смотрите. Не прощаюсь. Увидимся в других видео. Ах да. Самое главное, я забыл сказать, у меня еще есть второй канал, ссылка на него в описании. Заходите и подписывайтесь.